Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, ну что, мы с тобой добрались до 13 ранга и продолжаем. Так, кого взять нам? Давай попробуем за картошку поиграть. Выбрать. Кстати, надо было посмотреть на колоду. Вдруг нам что-нибудь новенькое тут выпало. Картошка у меня... Ага, вот оно как. Мы можем, кстати, взять еще один орех. Как ты думаешь? Давай, наверное, так и сделаем с тобой. Вместо виноградины? Или вместо... Вот, наверное, этого уберем. Хотя... Нет, ничего убирать я не буду, оставим. А вот это бы вы взял бы, конечно. Ладно, пока ничего не будем менять, ребята. Все как есть, пускай и остается. Вроде бы пока еще не подводила картошечка меня. Так, нам дали 9-й ранг. Ну, в принципе, неплохо. Рука неплохая, я тебе скажу. Есть мина. Есть ландшафт. Есть синтезатор. Ну давай, давай, давай. Не думай там по 3 часа. Выставлять ничего не стал, да? Мы с тобой тоже пока перебьемся. Так, могилоед. Опа, опа. Вот это плохо, ребята. Вот к такому я не готов, ребят. Вот именно против амфибий я как бы не подготовлен, если честно. Что нам тогда делать? Хм, не знаю. Давай, выставляй кого-нибудь. Отлично. Уничтожаем. Кто у тебя там был? Ага, понятно. Так, ну что, дальше идем. Мы с тобой уже получили 6 в лицо. Наконец-то я могу защититься. Блин, он доп энергию берет. Ну что мы с тобой сделаем? Давай, наверное, вот так вот. Да и вот так вот. 4 энергии у него есть. Что он там сейчас замутит, я не знаю, ребят. Наносит бонусную атаку, ты прикинь. Так. Что дальше нам с тобой поставить? О, выставил. Ну, против этого гаденыша мы с тобой знаем, что делать. Возьмем мину, поставим сюда. А вот здесь я поставлю орех. Опа. Грибочек достался мне. Так, защита сработает у нас, да? После атаки. Он делает заморозку. Допустим. Так, ну этого понятно, уничтожаем. И давай защиту мне. Спасибочки. Так, эту мы сохраним до лучших времен. Груша. Блин, мне как-то... Надо же, что делает. Посмотри. Ох, елки-то палки. Раздухарился, да, чувачок? Ну что, 3. Давай так вот сделаем, наверное, с тобой. Сюда мы поставим горячку. Прекрасно. И вот так еще сделаем. Так. Да и все, в принципе, пока больше ничего не надо мне. Че, он вытягивает 2 карты? Понял тебе, вытягиваешь 2 карты. Так, минус. Так, получил свое. У нас 8 хп, ребята. Блин, так гадюка достал. Где мой виноград? Я не вижу винограда, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вылез. Так, ну что мы можем сделать с тобой?
Это же который разбрасывает, да, по-моему? За 5 гаргантюа будет выкидывать. За 5. Угу. Так, 2 в лицо. Давай я вот так вот сделаю. Так, атакует. Что он там, ребята, выкопал, а? Скажите-ка мне. Кровожадность? Бонусную атаку наносит. По грибочку, что ли, по-моему? Так и есть. Окей. Так, ну этого мы с тобой уничтожим. Этого мы с тобой уничтожим. Сделаем вот так. Сделаем с тобой вот так. Да и хорош пока. Уничтожает растение. Сейчас как 6 в лицо-то прилетит. Так, ну что, друзья мои. Итого 3 хп, да, остается? Сундук. Так, что мы с тобой сделаем? Ну, в принципе, тут можно много чего сделать. Тут можно сделать вот так. Что еще тут можно сделать? Ну, пока даже не знаю, что еще. Пока все. Рикошет всех растений на земле. Почему я так и думал, ребят? Ну что, надеемся, что сработает защита. А этот-то не на земле, он ему в лицо, бам, и все. Отлично, друзья мои. Так, двигаемся дальше. Вот, кстати, взяли моду в последнее время, ребята, использовать вот этого вот чувачка, да, зомбобота, который возвращает тебе всех твоих персонажей в руку. Вот, ты помнишь, да, мы в прошлой игре с тобой играли. Это когда вчера было у нас. Именно из-за этого я проиграл. Вернули мне всех в руку, и он меня добил. Хотя я делал линию обороны. Ну, такое бывает, ты же не знаешь, что у него в руке. И в пылу, как говорится, забываешь про все остальное. Так, слушай, что-то мне тут не нравится уж совсем. Ну уж совсем надавали какой-то пакости, ребят. Ну что это, минималка 4-й ход, ну и куда это годится? Не знаю, ребят. Естественно, никуда. Что я тут сделаю? О, хотя бы на этом спасибо. Хотя бы на этом. У него, правда, есть... Он сейчас может уничтожить мне просто-напросто эту собачку. Берет энергию, зачем? Что у тебя там в планах, парень? Орех в доспехах. О как. Ну давай вот так вот сделаем. Да и собачку, наверное, мы все-таки с тобой уберем. Вот сюда. Что он там предпримет? Защиту ставит. Так, а я урон все равно не получу у тебя. Ладно, фиг с ним. Пускай делает, что хочет.
Так, виноградина, да, появилась? О, как. О, как он делает. Так, что же нам с тобой тогда здесь замутить? Ну, давай я вот так поставлю. Две груши. Чего? Окей. Получает 1+1, да? Что дальше будет по прогнозу дня? Ну, этого мы сейчас уничтожим с тобой. Понятное дело. Вот так вот. Да ты заколебался своим шаманством. Набрал, блин, карт. Перемещает? Фу. Я не знаю, что он там задумал, друзья мои. Видимо, ищет какие-то карты, которые ему нужны. А этого что, подставлять сюда? Понятно. Ну ладно, этого мы тоже с тобой убьем с помощью виноградины. Не знаю, на что он там рассчитывает. Что у него там на уме? Это хорошо. Это ты удачно поставил его. А вот это плохо, ребят. А вот это плохо. Погнали. Что нам с тобой предстоит дальше сделать? Он вытягивает две карты. Естественно, их прокачивает. Так, у него здоровье там сколько? Блин. 6 единиц здоровья восстанавливает. Ну что, мне сюда защитника, наверное, ставить придется или как? Прокачивает все свои карты. Но у него, мне кажется, там заклинаний очень много. Поэтому, ребят, давай-ка попробуем так вот сделать. Допустим. Берет, да, и прокачивает эти карты. Еще и уничтожает. Ну что он сюда поставит? Сейчас посмотрим. Так, мы наносим 4 единицы урона. Так, ну это не жилец, понятное дело. Здесь будет похуже, конечно, все. Кого он там прокачать решил? Этого? Так, ладно, здесь бомбим. Так, перемещает зомби на эту линию. При уничтожении наносит 3 единицы зомби здесь. Зомби здесь, да? Попробуем. А он заколебался своей вот этой защитой, блин. Смотри, а. Нам крышка, друзья, по-моему. А, нет, защита сработает еще. Так, вот сюда мы с тобой минку поставим. Так, этот улетит сейчас, козел, да? Насколько я помню. Ну что, поехали. Кто там у него? Профессор, да? А здесь еще один профессор. Наносит бонусную атаку. Естественно, берут карты. Оба причем, да, наверное? Ну все, тут крышка, друзья мои. Ну, в самом начале рука, конечно, была фиговая, ребята. Он успел здесь выставить. Ты сам видел, у меня был ближайший ход на 4 энергии.
Так, подожди, давай орех попробуем взять. Как говорится, картошка сфейлилась, меняем персонажа. Можно было бы Бонгчо и попробовать взять, сыграть им. Ладно, картошка, ой, если орех проигрывает, мы с тобой поменяем. Началось, короче, вот это раздумье. 3 часа. Так, ну что, 11-й ранг против меня. Угу. Опять этот супермозг здесь, а? Вот это вот меняем. Да вы серьезно, что ли, блин? Что у меня в руках за карты, я не понимаю. Из всего, что есть, он выдает мне лечение, могилоеда, извини меня, вот этого. Ну, хотя бы песика дали. Уже спасибо большое. Так, ну что, выставляем сюда его. Пускай стоит. Так, опять хочет взять преимущество по энергии. Так, что у нас там? Ну, амфибию поставил. Мне нечего сделать, ребят. Еще энергию берет одну. Слушай, по-моему, это тот самый, да, супермозг, который будет что делать? Нет, я не это рассчитывал на самом деле. Четыре в лицо, да, получим все-таки. Фигово. Ну что, будем орех выставлять или как? Давай я поставлю орех. У него 7 энергии, ребят. Допустим. Кровожадность и прочерк ставит. Так, кто у него там появится? Нет, ну почему? Это, ребят, проблема для меня. Ага. Так, 5. Тут 3. Вот здесь бы мне виноградинку, да, ребята? Было бы, конечно, круто. Так, меняем, короче. Вот это все дело. И буквально чуть-чуть мне не хватит. Ладно, ну хотя бы прикрыться надо. То есть мы сейчас ему... Да, мы уничтожим этого Гаргантюа, если он, конечно, не хильнет его. А он делает на один дороже? Ох ты как. Понял, кого он вызвал? А что он делает там? Офигел, что ли, блин? Ну, что-то вообще, ребята, фигово все идет у нас. Так, что я могу здесь себе позволить? Только лишь одно, наверное, да? Так. И вот так. У нас с тобой хоть бы защита выпала. Защита. Нет, ребята, никакой защиты. Пробили. Я не знаю, как этот блок вообще срабатывает. То он ставит тебе защиту, то нет. Да какой орех, елки-палки. Я хотел же поменять. Ладно, фиг с ним, ребят. Вот так вот. Это я еще в 20-й ранг не попал. А уже смотри, какие разборки пошли. Да потому что давали бы что-нибудь путевое. Что они мне подсовывают здесь? Ну ты посмотри, ну опять, ну зачем мне вот кабачок, а? Орех, это специально делают? Что, вот как я здесь должен, извини меня, играть? Вот этим вот ландшафтом? За 2 энергии. Ромашка мне вообще сейчас тут не вперлась ни в одно место.
с 5 энергиями. Ладно. Так, у него призрак есть. Ну, призрака мы, в принципе, уберем с тобой. Это не проблема. Точнее, это пока еще не призрак. Это ходячий зомби, который надел на себя простыню, блин. Ай, ладно. А вот теперь у него будет призрак в руке. 3 энергии, да? Мину дали. Спасибо хоть на этом. Призрака можно, конечно, поставить на воду. Мне его будет не достать, и он будет постоянно меня колупать. Но он сделал вон как амфибию. Он поставил амфибию, зомби с дельфином. 3 в лицо мы получаем. Ну, хоть что-то дали. Ага. О, даже как. Ну, давай я, наверное, вот так сделаю. Хотя, на самом деле, надо было немножко по-другому. Поехали. Ну, понятное дело, этого мы уничтожим сейчас. Ну, а здесь, само собой, разумеющийся. Крахмал. Вот как мне его реализовать, а? Скажи-ка мне на милость, крахмальчик. Давай я вот так вот сделаю. Посмотрим, что у него там есть. Пускай тратит свою энергию, если она у него есть, конечно. Я имею в виду удар, который может... А, вот как. Немножко другой, да, у него есть. Будем знать. Так, ну что, теперь настало время нашему кокосу выйти. Так. Вот, и это у него было, оказывается, ты понял? Так, ладушки. Нам нужно что с тобой? Подкрепляться, наверное, да? Подкрепляться и ставить крахмал. Крахмал будем ставить, наверное, с тобой за орех. Что он там смывает? Что он там смыл-то? О, вот как. Смотри, что творит, а? Так, ну этому крышка-то, понятное дело, да? А мы с тобой сделаем следующим образом. А как мы с тобой сделаем следующим образом? Давай я вот так, наверное, сделаю все-таки. И вот так. Хотелось бы глянуть, что он... О, а у него ничего и нету, оказывается. Так, этому крышка. Ну, шипики, давайте, уничтожайте. Сейчас, ребята, он вызовет призрака, уничтожит мне крахмал. Я нисколько в этом не сомневался. Так, этого бомбим. Сразу же. Вот таким вот образом. Так. Перемещает зомби. Ну что же, будем перемещать зомби. Вот этого. Сюда, конечно же. Ай, надо было его на шипы. Зачем? Зачем? Надо было на шипы его, ребята. Ё-моё, вот это я тупанул. Надо было его вот сюда перевести, да и все. И он бы погиб на этих шипах бы. Ё-моё. Что-то я сглупил. Ладно, защита сработает. Мы с тобой захиляться сможем. Орех, конечно, жалко, этот мы не спасем. К сожалению.
Угу. Еще один у него такой есть, да? Ахламон. Уничтожаем его. Так, здесь ставим вот таким вот образом. Ну и хиляемся, друзья мои. Хотя, подожди, хиляемся. Мы с тобой еще вот так вот сделаем. Ну и посмотрим, что он там сейчас придумает. А ничего. А ничего он не придумал, и у нас с тобой защита. Это нам пригодится. Так, могилоед. Угу, восстанавливаю себе здоровье. Арену позвал. О, даже как ты сделал. О, как ты даже сделал, парень. Угу. Так, сколько она там? Нормально восстанавливает, да? И сделаем с тобой... Так. Садхила. Поехали. Поехали. Так, не забывай, что у него защита сейчас сработает. Он здоровье, да, восстановил? А, нет, смотри-ка, ничего не стал делать. Так, посмотрим, кого он будет уничтожать. Мне кажется, что вот этот желудь своим призраком. Могу ошибаться. А, вот так вот он решил, да? Ну что же, погнали. Сделаем так и сделаем вот так. Все, поехали. Уничтожает растение. Плюс безумие. Да это тебе не поможет, парень. Ты можешь даже не надеяться на это. Так, а, защита сработает, да, все-таки? Нет, не сработало. Мы его пробили. Прекрасно. Ну, хоть здесь орех меня не подвел. Хотя бы здесь. Так, ну что, 14 ранг. Как я тебе обещал, мы сегодня играем до 15 ранга, да? Давай-ка возьмем Бонг Чой. Изменить. Что там у нас? Ох ты, ох ты, ох ты. В тот раз он почему-то, ребят, не смог сыграть нормально. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. А вдруг одолеет. Хотя я сомневаюсь. Ага, слушай, ну вот это вот уже поинтереснее будет. Правда, профессор мозг-атака сейчас мне все мозги вынесет. Так, ну есть первый ход у нас с тобой, да? Слава богу, как бы не первый, второй. А он уже начал вот так делать. А он начал горшочки свои, ребята, получать. Это не есть хорошо. Ну давай я попробую вот так вот поставить. Что он там сделает? Уничтожит меня, да? Песик, наверное. Создает случайного зомби. Ну и мы, естественно, туда... Оу. Даже так. Даже с бочонком. Понял я тебе. Ну это, конечно, все зря. Все это зря. Ну теперь давай посмотрим, что ты сейчас сделаешь, парень. Бочка так и пускай там стоит, я ее даже трогать не буду. Ага. Вытягивает три карты? Ну давай, вытягивай. Так, ну что, нам надо думать о дальнейшем. Атаку делать. Или эту лучше, бонусную, как думаешь? Сейчас посмотрим, ничего он не стал выставлять. Давай я так сделаю.
Эту бочку даже трогать не буду, ребят. Пускай она тут стоит. Ему, как говорится, карту не поставить, да? Ну и мне будет спокойнее. Наносит 4 единицы. О, как сделал. Что нам с тобой можно здесь сделать? Я думаю, сюда поставлю. Да, наверное, будет оптимально. Опа. Ты понял, что он сделал? Так. Ну-ка. Отлично. Но я думаю, что этот гаденыш у него не последний. Давай-ка сделаю вот так. Сделаю вот так. И вот так. Конечно, он сейчас сюда поставит какой-нибудь зомби-астронавта. Будет его прокачивать еще, да? Шаман со двух способностей. Как-то он меня заколебал, ребят, своими доборами, если честно. Окей. Так, вызвал колдуна. Все с доборами, ребята, все с доборами связано. Давай сделаем он так. Ту-ту-ту-ту. И, наверное, вот так. Что он там делает? Амфибию размещает на разных этих. Всем блин, вот это плохо. Так. Окей. О, что у нас с тобой есть? Так, а здесь мы сделаем, наверное. Вот так вот. Смотрим. Вот этого, наверное, он уничтожит мне, бедного крахмала. Двух подтанцовщиков. Ну, это понятно, куда они встают. Луну мы с тобой потеряем, да? А здесь он наносит вот так вот. Все транжирит. Понял. Что там еще? Сделает заморозку. Со способностью прочерк. Так, поехали. Срабатывает защита. Уху-ху, мы с тобой сделаем вот так. Так, замечательно. Даже не думай об этом. Так, ну что? Сюда поставим ягоду. Так, все растения на ландшафте и сверху, да? Так, влепим вот так вот с тобой. Вот так вот оптимально будет. Посмотрим, что он там сейчас придумает.
Ага, наносит 3 единицы урона. Окей. Все? А, вот так он решил. Ну давай, давай, трать свои эти. Мне это только выгодно будет. Меняет, что ли? А, нет, это не то, ребят. Так, у него 3 карты. Ну что, понеслась? Минус. Минус. О, хорошо-то как. Еще лучше. Ну что, можно, в принципе... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот что он делает, да, значит. Убираем отсюда хлыща этого. Так, что дальше? Нанесем, наверное, бонусную атаку, да? Ну и сделаем вот так. Ну что, посмотрим, что он там придумает. Ох, даже как. Ну что, парень, уничтожишь мне ягодку или нет? Я сомневаюсь. Наносит бонусную атаку, ты посмотри. Ой, как ты меня напугал, парень. Ничего у него не вышло, и это хорошо, ребята. Так, ну что у нас там получается? Угу. 2-3 звезды. Значит, еще один бой нужно нам выиграть с тобой. Так, травяной кулак неплохо. Неплохо себя проявил. Цитрона возьмем, может быть, а? Давай попробуем за него сыграть. Но мне почему-то кажется, что он сейчас сфейлится. Ё-моё, одинаковый ранг. 14 против 14. Ну от этого только интереснее. Ох, 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 что мне тут. Ну в принципе неплохо, ребят. Бобовые, посленовые, да? Нет, посленовые это у нас к грибам относится. Бобовые. Так, ну что, этого малыша будем выставлять? Будем. Давай сюда наверх его поставим. И что нам достается? Блин, двойной выстрел, да? Удар. Двойной удар, ландшафт. Допустим. Так, далее что? Можем на воду поставить, да? Амфибию. Ну, в принципе, так и надо делать. Давай, пускай стоит. Есть у тебя... Нет, ну что-то, ребята, не спешит особо сильно. Так, защита сработает. Призрака вызвал. Ну, я понял, что он будет делать. Так, ну а мы с тобой... Вот так вот. По-хитрому, так сказать. Что там? 2 плюс 2, окей. Все равно крышка ему. Так. Одну заклинашку он потратил. Это хорошо, ребят. Ага, спортивный зомби. Спортивный зомби, да? Так, ландшафт. О, даже как. Я, кажется, понял, что он тут хочет сделать. Да ладно, серьезно, что ли? О, даже как. Ну, понятное дело, что нам нужно этого в первую очередь уничтожить. Поехали, ребят. Да, получим с тобой сейчас. Неплохо так. Но ты не забывай, что он сейчас может поставить... Что? Тренера? Да-да, того самого тренера, который даст всем защиту. Я могу прикрыться только лишь... Ой-ой-ой. Ну, даже как сделал он, да? Хм.
Так, секунду, сейчас подумаю, ребята, как лучше тут сделать-то. Вот так вот сделаем с тобой для начала. И двойной удар нам нужно с тобой сделать, да? Двойной удар. Или все-таки лучше так? А вдруг он прокачает, а? Мы же этого не знаем. Давай, короче, сделаем так. И вот так. Интересно просто посмотреть. У него одна энергия. Вот как он решил сделать. Выкрутился, да, типа? Так. Ну, я думаю, что здесь, наверное... Не стоит тратить. Так. Прекрасно. Вот даже как. Мы можем прикрыться орехом. А можем сделать немножко по-другому. Если я вот так вот сделаю, к примеру. Раз. Дальше я поставлю сюда. И поставлю... Давай вот так вот сделаем все-таки. Что нам уже терять, да? Оу-оу-оу. Вот это не есть хорошо, ребята. Это же очень нехорошо. Все растения получают минус один, минус один. Допустим. Ну, предположим. Даже такой вариант, предположим. Так ты в курсе, что у тебя две карты, парень, а у меня весь стол забит? Понятно, короче, с тобой все. Ну, не повезло, как говорится, да? Не получилось сыграть у него на спортивных зомбарях. Он очень, наверное, пытался, хотел это сделать, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да не может этого быть. Вытащил там какую-то карту. Чем-то колоду напоминает мою, если честно. Когда я за разгром играю, у меня такая же. Так, ну что, мы с тобой делаем... Следующим образом. Раз. И два. Хочу просто посмотреть, что он будет делать. Ничего. Кого уберет? Орех, да? Орех, наверное, сейчас. А, он восстановит все здоровье. Ну что же. Мы с тобой еще сейчас карту возьмем. О, какая классная, ребята, выпала нам карта. Кокосовый король. Кенгуруха. Даже так он думает, да? Ну что ж, мы сделаем немножко по-другому. Смотрим. Смотрим, что он здесь сейчас будет делать. Кенгуруху мы уничтожим. В любом случае уничтожим. Если он, конечно, не поставит. Ну, допустим, даже так. Дальше-то что? Безумие ставит. И очень зря. Так. Улетает. То есть потратил безумие, грубо говоря, в холостую. Так, ну что, кого он уберет у меня? Наверное, вот этот орех. Он же потратил... Нет, не потратил. Вот он. Убирает орех. И остается абсолютно голый. Абсолютно без защиты, друзья мои.
Я думаю, что он сдастся. Делаю я вот так. И после всего этого я еще сделаю вот так. А теперь может бить спокойно мои орехи. И я хочу посмотреть, что это получится. Уничтожает растение. Да ради бога. Еще одного. Как скажешь. Это уже не суть. Так, теперь мы с тобой сделаем еще один фокус, который ему очень сильно понравится. Вызвал кенгуру. Ну что же. Кенгуру так кенгуру. Ты понимаешь, да, о чем я? Ну и давай вот сюда орешки еще поставлю. Да и, наверное, вот так вот сделаем еще. Все. Ну, смотрим, друзья мои. Ох, как ты меня напугал, господи. Все, ребят, раскромсали. Видимо, не выпал ему тренер. Тренер, конечно, бы здесь немножко ход игры поменял бы, потому что он делал бы щит непробиваемый. И тогда все совсем могло бы быть по-другому. Ну, а мы с тобой дошли до 15 ранга, как я и обещал. Плюс 20 гемов мы получаем. Ну, а на этом, друзья мои, будем закругляться. Обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.